С днем медицинского работника поздравили люберецких профессионалов. Медицинским сестрам и врачам вручили почетные медали и предоставили сертификаты на жилье. На празднике побывала наша съемочная группа. Мир делится на врачей и их пациентов. Так между собой говорят медики. Юлия Шиповалова работает неврологом в Красковском отделении Люберецкой областной больницы. Медицина для люберчанки не просто работа, а образ жизни. Очень много негатива сейчас, и как-то надо поддерживать врачей, чтобы люди поняли, что врачи не хотят плохого ничего сделать. Они, наоборот, стараются для больных, чтобы наше население было более здоровым. Благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили Юлии и другим врачам. Поздравить медиков и поблагодарить их за работу в непростой эпидемиологической обстановке приехал и глава городского округа Владимир Ружицкий. Сегодня многие переосмыслили среди населения, среди жителей профессию врача, профессию медсестры. Друзья мои, я хочу вам пожелать, чтобы вы были здоровы. Это самое главное. В Люберцах о здоровье жителей заботятся более 4000 медиков. Слова благодарности за их труд выразили депутаты Московской областной думы, представители Совета депутатов городского округа и члены профсоюза работников здравоохранения. Вы знаете, как мы вас любим, как мы вас ценим, как мы вас уважаем. Мы рады, что вы у нас есть, что вы стоите на страже здоровья наших жителей. Я от всего сердца желаю вам прежде всего здоровья, и чтобы вы никогда не нуждались ни в чем, ни на работе, ни дома. Администрация округа решила поддержать врачей. Сертификаты на квартиры вручили 13 медработникам. Пользоваться жилым помещением сотрудники смогут по договору коммерческого найма. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.